черного цвета, это бобы черного цвета. И вот сверху это, what is up this white? This white, Ginger. Sliced like a needle. Это вот натертый джинджер, вот это вот светлого цвета. И небольшая приправа, в смысле зелень сверху. А вот сейчас вот вы можете увидеть, вот это вот рыба, приготовленная в специальном соусе, соя-соусе с небольшим таким джемовой добавкой. Вот. А вот внизу, в основании этого, этой вот конструкции, скажем так, вот здесь. Дайкон, радиш. 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 Хвайт. Это редька, хотя выглядит как вот кусок ананаса. И вот во всем этом, вот это вот, видите, здесь такая вот жидкость, это вот выглядит как кисель, как что-то такое, но это бульон, что-то вроде бульона, как бы мисо супа специальный. Вот такой дизайн в окружении такой вот особой формы посуды, и вот даже трещины здесь такие, они придают такую старину, что ли, формы. И вот если вы заметите, вот эти вот линии зеленые, вот эта линия повторяет линии вот здесь. На посуде. Повторяет линии вот этот и вот здесь вот. Очень красиво выглядит. I almost finished this. Я почти закончила это блюдо, да? Это... Мне кажется, вкус навевает ощущение конца августа, начала сентября. Вкус бабьего лета. Taste of Indian summer. Number 8, I think. This is number 7. Yes, I did. So, slide glass, so the белое стекло с линиями. Вот тоже сделанное из овощей, плюс тофу, особый сыр. Вот здесь находится, значит, это грибы. Верхняя часть гриба, вот это зелень, какой-то овощ, сейчас мы проверим, что это такое. А вот со стороны, вот здесь, как видите, креветки, креветка одна. И вот здесь вот внутренности устрицы, вот особый такой белый цвет. Вот, сейчас, вот здесь. Kind of vegetables. Это овощ какой-то. You can try to eat. Сейчас попробуем. Это похоже на перец, но по вкусу очень мягкий, без острого вкуса. Eat in Russia too? No. No? No. Ah, so. И вокруг белая, как бы желеобразная жидкость, но это, он не сладкий, это как бульон такой особый, желеобразный. Вот. Вот этот вот кусочек, это вот... Мачелон. Это, да, это вот гриб. How is the taste of this? Maybe better I finish or try all and then say Okay. Поскольку я должна как бы сказать, какие у меня ощущения, то я должна каким-то образом это в короткой форме сформулировать. Вот. И я нашла это название этому блюду «Полнолуние в мае». Вот, блюдо было.
полнолуние в мае, потому что вкус очень мягкий, и это тает во рту, и к тому же это очень холодное блюдо. That's all. Да, это состоит из бамбука, из основа бамбука, ствол бамбукового дерева или бамбука. Внутри разное, это вот специальное, как это вот лапша специально приготовленная, с листьями, сделанными из морской капусты сверху, и зеленого лука маленького, и опять же натертые редьки. Значит, вот открывается это вот таким вот образом. Блюдо принимается. Вот. Mm-hmm. Вокруг коричневое это соевый соус. Ставится в сторону, размешивается. Вот. И внутри обнаруживается что? Куски креветки. Крабовые креветки, это крабы, крабовые. Настоящий краб, вот крабовое мясо внутри. And the colors, you know, white, red, green, black. Да, вот сама посуда, видите, она такого бледно-голубовато-зеленого цвета, голубоватого такого цвета. Вот, очень красиво сочетается с цветом белой лапши, которая чуть желтее, и с розовым нежным цветом крабового мяса, и зелеными такими вкраплениями лука, и разные приправы, как вот редька тертая, вот эта вот морская капуста в виде листочков сделанная. Вот. Ну и естественно и вот этот вот how to call that, I forgot, spice. Васаби. И васаби, это особый корень, натертый. Шуга. Унеба. Караси. Шуга, джинджер. Джинджер. Это джинджер натертая, тоже очень острая. И все это вот таким вот образом перемешивается в конце. Здесь надо шумно. これね、なにわだから、秋田の。おいしい、ふくすね。こっち行って、あたってね。OK。そうすると、こうやって座れるでしょ。It's easy? ね。いや、スムーズでしょ。Yes. で、今度は、こう、お尻を、ヒップをここに乗せる。いや、痛い。こうやって、ちょっと立てて。Yeah. Okay. Very good. Yeah. Very good. Yeah. Yeah. Okay. Good. Good. Thank you. Papaya, muscat, cherry. Вот это десерт. Десерт, значит, надо самое последнее блюдо. Очень красиво, видите, голубая такая. Голубая тарелочка с такими кусочками, маленькими шариками воздуха внутри. Очень красиво обрамляет желтый цвет. Вот специально такая ложечка. Такая вот для фруктов десертная ложечка. Чем-то напоминает почему-то самурайскую шапку. Вот. Десерт состоит из фруктов. Вот папайя, вишня. И вот здесь маскат, грейп, и виноград с лимоном. Вот. Сейчас мы будем пробовать и каждый говорить, как что же по вкусу это, что это напоминает по вкусу состояние. Спасибо. ああ、きれい。
ぶん長く、ずいぶん長く。もっと上よ。参加してたね。うん。ああ。いいね。変わってるじゃない。こっちここから。
ないしかじゃない。連続で組んでくる。